Ну, первое, я патриот, потому что, да, есть возможность купить там натовский фонд и так далее. Раньше это было модно, сейчас мне хочется все-таки, что это российское, это клево, потому что я горжусь тем, что я живу в этой стране, поэтому только так. Наконец-то у нас стало, так сказать, преобладать патриотичное чувство в нашей стране. Вещи прекрасного качества тоже российские, да? Вот. И среди этого засилья иностранных марок появился наш российский бренд, что очень прекрасно. Интересный ассортимент, доступные цены. Выбираю подарки друзьям. Государство наконец обратилось лицом к вооруженным силам. Не стесняемся своих вооруженных сил, гордимся ими. Для меня это главное. This certainly characterizes the current trend toward militarization. The trend is seen everywhere. It's seen on television, it's seen on how state television covers news, how much attention is paid to the military. This trend originates first and foremost, of course, with the annexation of Crimea.